Йога и сумешмики, мы продолжаем проходить игру под названием Sayonara Wild Hearts. И это у нас третий, так сказать, сердце, кусок сердца. Город любви называется. Это башня. Карта башни. Это близнецы? Или зеркало, я не знаю. Нифига себе. Блин, нужно постоянно заворачивать ближе к углу. Окей. А визуально это тяжко увидеть. Теперь падают какие-то метеориты или что это? Тут есть бронзовый еще, если что, ранг. Сердце и меч. Или сердце и мечи. Hearts and Souls. Ну да, типа. Чистое небо, там что-то. Городское чистое небо. Теперь мы с вами, так сказать, на крыше зданий. Да, тут еще попытайся в поворот вписаться. Не, игра на самом... Она типа, знаете, она не такая же долгая. Нифига себе, бои на мечах. И мы их поделили на белое и черное. Нифига себе. Параллельные вселенные. Нужно запоминать, где что было, и так двигаться. А это довольно, вам скажу, тяжко. Потому что мы сейчас еще медленно едем. А, теперь еще каждый стучит по отдельности. Но я запоминаю, у меня память хорошая. Нет, не хорошая. Тут просто три измерения, нужно каждый запоминать, вы понимаете? А.
Да. Лучше... Не заметил. Хотя можно по сердечкам понять, куда ехать. Да, вот это было прикольно, типа, ну, довольно так сложновато, что ли. Единый, если не ошибаюсь. Или добыча. Или пещера. Нифига себе меч. Ну это легко. Мы с вами потом еще пройдем игру наподобие вот этой. Только там не такая наркомания, потому что графика немножко иная. Е-мое. Ты ж ё-моё! Истребитель. Мне ещё от окружения нужно уворачиваться. Готово. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.